он успел заснять DCP-096 скромника. Даже такие современные дома просто покинули люди. Просто посмотрите на это, банда, а вот и сам скромник. Чё творим, бро, меня зовут Серкионис. И бро, сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм банду. Ведь поди, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами. Так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой сильной банде на ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! И Supreme Panda, вы просто не поверите, что мне удалось заснять на свой дрон. Сегодня утром мы с Настей решили покататься на наших велосипедах. И мы каким-то образом заехали в какое-то старое заброшенное село. Мне почему-то захотелось запустить там свой дрон, чтобы снять его с высоты птичьего полета. Но то, что мне удалось снять, банда, это полная жесть. Никто все еще не верит, что я реально это снял. Потому что, банда, мой дрон успел заснять DCP-096 скромника. Уже ранее, банда, я снимал разных SCP-объектов. Последнего, которого я снял, это был SCP-173 скульптура. Мы от него чуть ли не погибли. Также мне удалось заснять 166-ю, когда она убегала от какого-то мужчины и еле спаслась. Советую, банда, посмотреть вам все эти видео по подсказке или же по ссылке в описании. Ну а сегодня, банда, я покажу вам видео, как заснял SCP-096. Также, банда, не забывайте заглядывать в описание, ведь там ссылки на все мои соцсети, где я общаюсь со всеми вами. Также иногда там выходит секретная информация о некоторых монстрах. Именно поэтому подписывайся, а я тем временем покажу вам видео, которое я сегодня снял. Погнали! Итак, банда, я надеюсь, вы готовы. Вот то самое видео, которое я снял сегодня утром. Здесь я еще только запускаю свой дрон, даже не подозревая, что сниму настоящего монстра. Потому что, банда, это точно был SCP-096 скромник. Как видите, банда, здесь мы просто стоим около наших велосипедов. Я просто решил запустить свой дрон, чтобы заснять это страшное мрачное село и добавить коллекцию своих видео с дрона, где я сниму страшные места. Но я и подумать не мог, что сниму настоящего монстра, это будет видео на мой YouTube канал. И как же хорошо, банда, что мы решили запустить мой квадрокоптер именно с окраин этого поселка, а не заезжая внутрь, потому что кто знает, что бы могло с нами случиться уже внутри этого села, потому что мой дрон очень серьезно пострадал. Тем не менее, банда, вот я уже залетел внутрь этого поселка, чтобы сблизи рассмотреть все эти страшные заброшенные здания. И мне кажется, ли внизу я вижу человека с коровой, то здесь все еще живут настоящие люди. Но все же, банда, обратите внимание на этот огромный белый дом. На вид он довольно целый, даже как будто современный, но там уже нету стекол в окнах. Это указывает на то, что он заброшен. И это очень странно, даже такие современные дома просто покинули люди. Почему они вдруг начали массово уезжать с этого поселка? Моя теория на этот счет, что люди узнали про скромника, просто боятся и уезжают. Но в таком случае фонд DCP быстро бы его нашел и поймал. Вторая моя теория, что в этом поселке живет много различных ведьм, магов и экстрасенсов, которых просто боится местное население. И именно поэтому они все уезжают. И вы только посмотрите на это здание, что с ним произошло. В нем такая огромная дыра, как будто туда упал метеорит. Это реально очень странный поселок, банда, к нему очень много вопросов. Но все же дальше я решил лететь еще вглубь этого поселка, чтобы рассмотреть уже жилые дома. Вы только посмотрите на эти дома в зарослях, они полностью заросли, туда никто никогда не приходит. Это так странно, люди просто все позабрасывали. И пока я летал над этим поселком, я от силы увидел одного-двух людей, не более. Далее, банда, я решил пролететь над всей этой улицей, чтобы посмотреть, что и как здесь. Но то, что я увидел, меня очень ужаснуло. Обратите внимание, что все дома целые, и в них спокойно могли бы жить люди. А около некоторых домов даже стоят машины. То есть люди, которые быстро уезжали из этого поселка, бросали все свои вещи, даже машины, и просто сбегали отсюда. Возможно, местные ведьмы хотели наложить на них какое-то проклятие. Именно поэтому они все быстро собрались и уехали. Дальше же, банда, мы подлетаем к очень красивому озеру. Но, кстати, посмотрите на середину озера, там стоит какой-то плот. К сожалению, из-за того, что солнце отсвечивает, мы не можем понять, что там. Но моя теория по поводу этого, что ведьмы ночью на этом плоте проводят какие-то свои ритуалы. Именно поэтому он днем посредине этого озера. Иначе, банда, я без понятия
понятия, почему он стоит посреди озера днем без людей. А еще, банда, в этом поселке очень много домов, которые находятся посреди леса. Они довольно далеко от других домов, и это очень странно. Возможно, что именно в этих домах и живут ведьмы. Дальше я решил еще немного полетать над этим поселком. К сожалению, всю эту силу я никак бы не смог облететь за один раз, потому что батареи моего дрона никак бы не хватило. И вы только посмотрите, какое же огромное это село и полностью заброшенное. И погоди, мне кажется, или вдали я видел дым. Неужели кто-то сжег костер? А что если по старой традиции не сжигают ведьм? Как жаль, что когда я летал на дроне, я не увидел этого дыма и не полетел в ту сторону. Сейчас же, банда, я полечу к этим озерам, чтобы немного поснимать их, потому что некоторые из них очень странные. Уже совсем скоро я сниму скромника. Если честно, я очень перепугался, когда его увидел. Это реально очень огромное существо. Его рост где-то по 3 метра или же даже больше. Здесь я просто лечу боком в надежде найти хотя бы одного человека. И никого нет. Это так страшно и мистически одновременно. И уже совсем скоро я полечу к тому зданию, где я снял скромника. Но вы только посмотрите, просто нигде ни одного человека. Село реально полностью заброшено в таком виде, которым вы его видите. Это так страшно, банда, и как же хорошо, что мы в него не заехали. Тем не менее, вот я уже подлетел к тому зданию, где я снял скромника. Именно здесь он живет, на окраине этого поселка. Вы просто посмотрите, какое же оно страшное. И то, что я там снял, банда, это реально жесть. Я просто летаю, осматриваю эту местность вокруг. Пока что ничего мистического и страшного здесь не видно. Но как только я опущу дрон, я сразу же сниму скромника. Вы это увидите. И вы только посмотрите, банда, в доме по соседству из дымаря идет дым. То есть кто-то его обогревает. Но зачем такую теплую погоду? Скорее всего, банда, что то, о чем я вам и говорил, в этом доме живут старики. А как мы знаем, постоянно холодно. Именно поэтому они топят печку, чтобы было тепло в доме. О, черт, банда, скорее всего, они даже не знают про скромника, который живет у них по соседству. Тем не менее, сейчас я уже буду опускать понемногу дрон, чтобы снять красиво въезд. Но там, банда, я сниму не просто въезд к этим домам, а настоящего монстра. SCP-096, просто посмотрите. И вы только посмотрите, банда, вот я опустил дрон. Сейчас я немного подлечу ближе, чтобы снять, и вы там увидите его. Это такая жесть, банда, прямо сейчас будет, только смотрите. Вот сейчас начнутся помехи, я даже не понимал, что происходит с моим дроном. Просто посмотрите на это, банда. А вот и сам скромник. Изначально я не понял, что произошло, и подумал, что это просто человек пробежал. Но когда я начал его искать, к сожалению, я уже его не видел. Он просто как будто испарился. Искать снаружи его не было смысла. Дальше, банда, я немного здесь полетаю, пойму, что его нету снаружи. И начну опускаться ниже, чтобы позаглядывать в окна. И вы не поверите, банда, но он уже будет в одном из этих зданий. И вот я аккуратно опускаюсь ниже, чтобы не потерять свой дрон. Потому что он запросто может зацепиться об эти ветки. Как я говорил, здесь все просто в зарослях. И вы только посмотрите в эти окна, там реально жуть. Тем не менее, я там не увижу скромника, потому что его там не будет. Это я уже пойму чуть позже. И сейчас, банда, я начну отлетать от этого места, чтобы посмотреть другое здание. И вы не поверите, но там на чердаке будет скромник. Вот посмотрите, я поворачиваю вон то самое окно, в которое мне нужно заглянуть. Я пытаюсь как-то максимально аккуратно подлететь, чтобы не потерять дрон. Только посмотрите, это скромник! И просто сигнал на дроне пропадает, но это реально он! Он просто стоит и смотрит в окно на мой дрон, вы видите это? И вы посмотрите, после того, как появился сигнал скромника, не стал, он просто исчез. И где он теперь, банда? Я реально без понятия, но я продолжу его искать и нашел. Здесь, банда, я уже понимаю, что это был настоящий скромник, и что он сбежал с фонда SCP. Я просто аккуратно отлетаю вверх, чтобы видеть все здания сразу. Не хочу его упустить на этот раз. Но, к сожалению, я просто никак его не увижу, он как будто испарился. Он же, по идее, должен был выбежать из этого здания. Но я его просто нигде не увидел, как будто он спрятался. Хотя его 3 метра ростом, его было бы очень хорошо видно. Но его просто нигде нету. Я уже пытаюсь как-то аккуратно подлететь к выходам с этого здания, чтобы увидеть, как он выходит. Но его просто нигде нету, он как будто телепортировался. Поэтому просто летаю сверху в надежде, что он где-то пробежит. Но, к сожалению, даже этого не случится. И тут, банда, я начинаю понимать, что мне нужно просто опустить дрон, и тогда я смогу его снять. Вот, к примеру, сейчас я буду это делать. Хотя сейчас в моей голове было, что он где-то в этом поле, но его просто не видно. Эта кукуруза была не такая большой, чтобы не было заметно скромника. Вот я аккуратно подлетаю, банда, прямо сейчас смотрите внимательно. То, что вы сейчас увидите,
ведь это полная жесть! Просто жесть, мне не верится то, что я тогда снял! И просто посмотрите, сейчас он выпрыгнет, увидите это! И, к сожалению, сигнал на троне пропал, но скромник реально чуть ли на него не допросился! Его уже нигде не видно, он снова куда-то испарился! Я не знаю, как мой дрон выжил после такого прыжка скромника, это просто какое-то чудо! Но дальше я решил не останавливаться и продолжать его искать! И все же, банда, в следующий раз, когда его сниму, будет последний, потому что он просто уничтожит мой дрон! Это такая жесть! Я просто пытаюсь его найти, его нигде не видно! Я решил полететь к другому полю, там еще какая-то машина стояла непонятная! Тем не менее, банда, вот я опускаюсь, чтобы снять непонятный знак для меня! Я не знаю, что он здесь делает, он реально очень старый, просто посмотрите! И мне даже показалось, как будто этот знак был в крови! Вы только посмотрите на него, реально жесть! Там как будто засохшая кровь, вы видите это? Это очень странно, я поворачиваю дрон, и скромник просто выпрыгивает, видите это? Он уничтожил мой дрон! После этого, к сожалению, сигнал пропал, я просто в шоке! Сегодня на свой дрон я снял реального скромника! Надеюсь, банда, что вы уже поставили лайк, а вот комменты с прошлого видео! Просто, блин, какие шикарные, идеальные комментарии! А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно допуститься ниже, нажать лайк, колокольчик и все, бро! Ты уже в новом видео! Лайк, колокол, комменты, видео, бандиты, помни одно! Оставайся, ты мой шикарный! Пока!